О, вот так вот, идеальный сэндвич. Ребята, всем привет, с вами я, Техник, и мои дети сегодня уехали на экскурсию. Я остался дома один и решил себя как-нибудь, знаете, потому что мне очень скучно. Решил сделать им приятно, сделать им сэндвичи. Самые лучшие в мире сэндвичи. Так, стоп! Это что такое? Таракан в моей еде? Знаете что? Мне все равно скучно. И знаете, сегодня у нас будет дуэль, да. Я выскочу с ним раз на раз. Посмотрим, кто из нас сильнее. Стой здесь, не уползай далеко. Вот гаденыш, потому что, ну иначе, конечно, я легко могу его пришлепнуть. Я легко могу его дезинтегрировать. Но это будет не так прикольно. Не так мне будет он приятно. А вот если я его размотаю один на один, вот это будет другое дело. Так, потому что недавно я как раз таки подготовил уменьшатели и увеличатели, и вот думал, куда бы их применить. И вот, случай представился. Так, где ты там? А ну стой. Так, главное не перепутать. Мне надо съесть уменьшатель. Вот он, красненький. Погнали, ребята. Ух ты! Ну чё, готов? Сейчас ты у меня получишь. Что? Думал, ты самый крутой, да? Думал, это твоя кухня? Ну все, сейчас ты огребешь по полной. Да, это моя кухня. Ты умеешь разговаривать? Я не только разговариваю. Я еще и натираю зад таким, как ты. Ну тогда за дело. Сейчас ты отхватишь по своей хитиновой розе. Опа, опа, опа. А, что, больно, больно, да? Куда побежал? А ну стоять, а ну стоять. А, перепрыгнул. Так. Ловкий. На. Ой. Что это? Что-то трясется все. Так, что происходит? Что происходит? Ой, девочка-змея. Гидра. Гидра, ты чё? Гидра, это мы тут! Гидра! Не ешь меня! Гидра, не делай этого! Не ешь нас! Эй! Блин! Ай-яй-яй! Больно! Ой, как больно! Да, где ты, гад? Где ты, гад? Ну иди сюда! На, сейчас тебя уничтожу! Из-за тебя всё! Из-за тебя всё! Чего? Ты меня успокаивать будешь? Ты разве не понимаешь, что нас съели? Это я прекрасно понимаю. Из-за тебя, гаденыш. Ты в мою еду полез. Нам нужно выбраться. Ты виноват ровно так же, как и я. Я виноват? В чем это я виноват? Да. В чем я виноват? Ты мог просто отпустить меня и дать мне еды. Ты Нет, блин, надо было лезть драться. Молодец. Еду для моей дочери, понятно? Это... Ты серьезно? Ну так тебе. Вы меня не кормите. Я тебе... С чего это я тебя должен кормить, алло? Потому что я член вашей семьи. Ты член нашей семьи? Да. Ты сейчас прикалываешься или ты серьезно? Ты таракан. Почаще себе это повторяй. Я член вашей семьи. Ты таракан. Запомни ты... это. Так, ну сейчас я тебя грохну, и тогда члена нашей семьи с усами больше не будет. Понятно тебе? Так, просто достану свой бластер. Ух ты. Стой, он стой, тоже уменьшился... стой. Подожди. Мы с тобой в одинаковом состоянии. Давай лучше подумаем, как помочь друг другу. Я-то просто возьму, увеличусь обратно, и все. А что с твоей дочкой тогда будет? Как думаешь? Блин, ее же разорвет. Черт возьми. Ну вот. И что ты предлагаешь? Надо как-то выбираться отсюда. Давай найдем, где рот. Так как? Нас куда-то выбросило, вроде как вот оттуда. Ай-яй-яй, вы помоги! Не гори! Фух, упаду! Нормально? Блин, нифига себе у нее кислотная среда! Офигеть, хорошо, что я андроид, повезло! Так, осторожно, усики подпалишь! Так, ладно, хорошо. Да не впервой. Давай тогда туда залезем, попробуем. Авось повезет. Хорошо. Так, вот она, конечно, удивится. А если она нас съест, а? Давай, двигай. То мы умрем, ты это понимаешь? Блин, я придумал, мы вызовем рвотный рефлекс, вот и все. Ну, хорошая идея, кстати. Да, точно, подергаем за малый язычок, у нее получается вызовется рвота, и мы выйдем вместе с массами. Конечно, будет неприятно, но прикинь, как она удивится, когда из рвоты увеличится папа. Представляю. Так, что-то тут очень темно. У меня это, спичка есть. Спичка? Вот только осторожно, не прижги ей гортань, а то ей будет очень больно. Да не переживай, ничего не будет. Ладно, четко, все, давай, вылазим. Да, давай. Самое сумасшедшее приключение в моей жизни. Ё-моё, я крапкаюсь внутри своей дочери вместе с тараканом. Обалдеть. Там что-то. Я бы не поверил. Что?
Что это? Ой! Уходим! Она что-то выпила! Блин, это вода, ё-моё! Так, сейчас тут... Ну и сколько нам теперь ждать, пока она уйдет? Я думаю, мы раньше времени просто утонем, поэтому давай-ка пойдем по плану Б. По какому? Так, и судя по всему, это вон туда. По какому плану Б? Я не знаю, не хочу об этом думать. Это сфинктер, мы должны его преодолеть. Господи, там пропасть, блин, что-то движется вода. Давай сюда за мной. Давай. Так, сюда, опа. Только аккуратнее. Опа, и вот сюда. Окей. И уф, получилось, давай руку, давай. О, молодец. Фу, ой-ой-ой! Это что такое? Нет, давай сюда не полезем. Так, старайся об этом не думать. А там, слушай, там точно смерть. Поэтому давай двигаемся вперед, двигаемся дальше. Ну давай подождем, пока вода исчезнет. Быстрее, пробежим, быстрее что-то закончится. Фу, господи. Невкусно пахнет. Стой. Что это за грохот? Что это за грохот? Кажется, что-то приближается. Бежим, таракашка, бежим! Ой, ты что это? Не спрашивай, беги, не оглядываясь! Мы должны успеть первыми! Так, поворот! Стоп! Что это там такое? Это что? Ребята, нам только пройти и все! Это что? Это вирусы! В атаку! Блин, они атакуют! Так, опа! На, получай! Зараза! На, вообще, а это кто? Это глист! Офигеть, его кратит! Так, завалил! Быстрее! Господи, там уже это грохот! Так, тут очень темно, давай без твоей спички вообще никак. Давай, побежали. Только стен не касайся стен. Так, хорошо, быстрее. Я, кажется, вижу свет в конце туннеля. Я тоже. Ой, зажми нос. Этот свет надо выходить с зажатым носом. Давай, не тормози, давай. Ну, быстрее. Ой, ё-моё. Может, не надо, я боюсь. Ого, я тоже боюсь. Но, таракашка, другого пути нет. Оно приближается. И... прыгаем! Сейчас, не могу! Привет, Гидра, привет! Как дела сейчас? Я потом все объясню. Так, ух! Ё-моё! Так, сейчас... Ты чего сделала? Ты смыла моего друга! В унитаз! Черт возьми, блин, тараканчик! Так, одевайся, мы едем к врачу. У тебя проблемы с кишечником. Да не переживай, клизму тебе поставят глистогоны, дадут, и все будет нормально. Заходи, скоро медсестра придет. Посиди, отдохни пока. Ой, ребятки. Потери. Потерял такого друга. Какая бесславная гибель. Чего? Да вы не поймете, вы скажете, что я с таким не мог дружить. Эх. Ладно, все, выше нос. Я вот смотрел один сериал, мультик. Там в канализации у тараканов вообще была новая жизнь. И даже поинтереснее обычной. Чего? Да, вот правильно. Таракан, прикиньте, блин, я уменьшился и кое-где путешествовал. И, блин, мы там с этим тараканом через такое прошли. Господи, если бы вы убегали от такого монстра, вы бы, наверное, больше ничего в жизни не боялись. Так, кстати, вы видели мои волшебные увеличиватели, а? Я ударился головой. Ну, если увеличиваться в правильном месте, то не ударишься. Смотри, прикол. Так, берем такую табличку. Или что это? Я не знаю, еще не придумал, как это назвать. И... БА! Привет, таракашки! Ну чего, и кто теперь таракан, а? Так, ой, что-то кушать захотелось. Кого мне скушать? А ну-ка, иди сюда. Все, теперь я смогу с вами играть, как с куклами. А давайте на третий этаж. На крышу вылезете? О, смотрите, какой автобусик маленький. Ой, игрушечный. Блин, я такая годзилла, посмотрите. Мегатехник. Так, сейчас подойдем и уменьшимся. Уах! Все, блин, а так удобно, слушайте. Не надо ли никакие там лифты использовать. Подошел к дому, переступил через балкон и уменьшился. И вообще все четко. А сейчас давайте их затроллим по-другому. Так, снова я уменьшусь.
Так. И сейчас мы сиганем с крыши. Вы знали, да, что муравьям пофиг на высоту, потому что они маленькие и легкие. Уху! Мы просто планируем, мы такие маленькие, легонькие, они даже нас сейчас не заметят. Уху! Больновато! Так, сейчас мы их испугаем. Блин, как далеко бежать, зараза. Так далеко, и вроде как так близко. Блин, сейчас я уже клизму там поставит. Господи, я успею их затроллить или нет? Так, давай. И сейчас я его как заштанину-то. И... Ать! Ой, Сачка, за испуг испугался. А, фиг ты мне что сделаешь. Все, я здоровый, я большой. Ну как, весело? Ну, на самом деле, это опасно. Потому что если бы я увеличился рядом с тобой, тебе бы оторвало ногу. Поэтому, знаешь что? Я думаю, эти таблетки я лучше уничтожу. А вы бы на моем месте их что бы оставили? А если дети их выпьют? Не, с такими мега-детьми размером 16-этажный дом я бороться не хочу. Мне и с таким-то достается. Ладно, ребята, всем удачи, всем до завтра. Всем пока.